4 февраля 1945 года. В течение 4 февраля севернее и северо-западнее Кёнигсберга наши войска вели бои по очищению от противника Земландского полуострова, овладели при этом городом и железнодорожной станцией Гранц, а также заняли более 30 других населенных пунктов. Войска 3-го Белорусского фронта с боем овладели городами Ландсберг и Бартенштайн, крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, а также заняли более 40 других населенных пунктов. В Будапеште советские войска продолжали бои по уничтожению гарнизона противника, окруженного в западной части города Будда, и заняли 12 кварталов. За 4 февраля подбито и уничтожено 136 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов противника.